период с 4 мая по 9 июня краевая комиссия с выездом на место проверила все 44 муниципальных образования Кубани на предмет противопожарной готовности, выявив ряд недочетов, которые необходимо устранить в срок до 10 июля. Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом количество загораний на Кубани уменьшилось на 24%, но пожароопасная обстановка остается напряженной. А ситуация, которая на данный момент сложилась в Анапе, рассказал глава курорта Сергей Сергеев. Нами разработан и реализуется комплекс превентивных и профилактических мероприятий. Создана и функционирует муниципальная пожарная охрана, которая дислоцируется на пожарно-спасательных постах в хуторе «Рассвет» и поселке Виноградном. В боевом расчете состоят пожарная автоцистерна на базе автомобиля ЗИЛ-4, пожарно-спасательных машин на базе автомобиля «Нива». Для организации взаимодействия с добровольными пожарными командами имеется 5 пожарных автопомп, 45 пожарно-ранцевых огнетушителей РП-18, 900 метров пожарных рукавов разного диаметра и 80 хлопуш. А также переносные резервуары для подачи воды в труднодоступные места. Сергей Сергеев подчеркнул, для оповещения населения об угрозе ЧС и пожаров создана 4-уровневая система. Кроме того, работают 10 мобильных групп из числа членов КЧС и администрации сельских округов, оснащенных автомобилями повышенной проходимости. Большое внимание также уделяется разъяснительной работе. У нас проведено 22 схода граждан по профилактике. Я действительно лично контролирую эту работу. В завершении заседания краевого КЧС было подчеркнуто, что темпы работы снижать нельзя. Особое внимание необходимо уделить профилактической деятельности.